Все в траве, не видишь даже. Вот такой вот. О. Они опять, видимо, только пошли. Ну а самое-самое, это, конечно, вот такие вот рыжики, которые на плотном грунте лежат. Вот такие вот они, красивящие. Красивящие маленькие. Ну а для того, кто не знает, что рыжики чаще вот с такой травкой встречаются. Рыжий. Ну, конечно, удовольствие не слишком большое. Поэтому я начинаю искать грибы. Но этого стоит. Опять же, это старый. Примерно так. Ногой, как косой. Ладно, от солнца пойдем. Рыжик попадает, конечно, не так часто, как хотелось бы. Но есть. Один червивый. Блин, хороший, конечно, можно было много тут нарезать, но... В траве, главное. Может, несколько неудобно собирать, но все равно интересно. Почти не видно. Комары откуда-то взялись. Красава, ну там мелкие очень, это оставим. Левый.
Ну, масляты, конечно, черт, получилось срезать. Ну вот как-то так примерно. Ну, вот грузди здесь, они, как правило, в мху. Видишь шапочку. Ну вот. Снимаешь. Хороший груздочек положим. Здесь, похоже, тоже нет. Видите, как и пусто. Хотя, как правило, их несколько в одном месте. Ну вот тут рылся, все равно оставил что-то, наверное. Ну, есть. Вот где мха нет, такие вот они. О, какой старый. Они таких вот мелкие, приземистые такие. А которые во мху, там грузди воронкой. Ну, вот тоже видно, что не здесь, а вот. Груздочек. Ага. Красота. Красавец. Вот сразу груздочек сидит. Что, здесь тоже вон грусть? Ну, это-то я вижу. Ну, вот, и вот таким макаром смотреть надо. Здесь, на другой стороне. Вон, видишь их, сколько тут груздиков. А это вот что такое? Вот это? Поганки. Вот здесь вот тоже, смотри, вон там он вроде есть, да. А вон там он вообще, где? Ну, вот смотри, да. Вот гряда, ага. Один старый, правда, и вот здесь где-то надо посмотреть. Красотуля. Вообще хорошо, конечно. Сухие грузди мне нравятся. Но вкус, говорят, больше. Это на любителя. У сырых. Где-то там есть видяшка. Ссылку, может, скину. Как я. На липовке сырых груздей. Я, правда, отваривал их много. Говорят, много не надо раз отваривать. И вкус у них более торжественный. Ну, это опять же на любителя. Ну, этот червивый. Ну, вот вам ху тут груздочки.
Не все, правда. Ух ты, с корнем получилось. Интересное занятие. Вон еще тут сидят. Красавцы. Как-то так примерно. Вот еще тут травки, муравки. Вот это улов сегодняшний. Можно было еще, конечно, резать, но некогда. Поедем домой. Но дела идут весьма успешно. Интересно их собирать, когда они есть. И по одному, и кучками. Грызите по-разному. Ай. А, красава. По-разному растут. Подожди немного. Ну, где-то тут вроде виднелся. Спрятался. Ну, вот он. Спрятался в траву. Куда вы, ребятки, спрятались? Это червивый. Нам его не надо. Ой, что-то раздавил. Идешь, идешь. Хруст. Ясно. Опять на рыжик. Сегодня уже меньше грибов. Много червевых очень. Вот полянка тут. Старые уже переросли. Червивых надо.
так вот, не выключая камеру тут. Вон там он еще мелкий. Вот здесь какая кучка симпатичная. Конечно, не маленькие рыжики, как в прошлый раз, но если через мясорубку, то годится. Вот такие я не беру. И так далее. Ну вот тоже маслята. Те, которые не такие крупные, возьмем. А вот те поменьше. А тут рядом вот интересное место. Кварц тут и следа здесь. Грибы я тоже вторично в этом случае. Ой, камень в ведро залетает. Ну еще бы фиолетовая слюда, и вообще прекрасно. Опа, сколько ж тут маслят было. Вот последний. Ой. Вот так вот посмотришь. С откоса. Вот. Какие красавцы стоят тут у нас. А там вот еще один. Вон. А там вот, не знаю, возьмет, нет. Так, где он тут? Их не вижу. Там еще два. А там он еще большой. Ну, пойдем проверим. Опа. Так, вот этих заберем с собой. Красавцы. Так. Вот они. Ух ты, неудачно срезал. Черт. О, какие. Еще один. Вау. И тут же маслята. Заберу на обратном пути. Вот обалчик. Чистенький, хорошенький. Этот уже старый, все. И этот старый можно не трогать. Ну вот этот проверим. Вроде ничего.
и шляпка хорошая. Тут же маслята стоят. Вон их сколько. Вау! Какая красота! Некоторые можно срезать, ой, чистюли какие. Красноголовик тут же. Вау! Чистенький какой. Так, а это что у нас? Белые грибы, что ли? Да, белые грибы. Вроде червивая, но потом проверю. Тоже белый гриб. А тут же красноголовик. Тут же еще один. Вот так они только-только пошли. Только-только пошли. Интересное место. О, маслят-то сколько. Ух ты. А красноголовиков-то. Не знаешь, за что взяться. Точно не знаешь. Там что, маслята? Да, маслята. А там что? Красноголовик или абабок? Эх. Да елки. Какой. Вот и какая. Да. Ну ладно, нужно нести ведро к этой красоте. А что там дальше? О, маслята. Да, надо было с собой еще ведро брать. Да, там тоже вижу красноголовый. Не дошел еще до того места, чтобы грибы собрать. А здесь вот опять. Ой, вон какой стоит. И еще один маленький. И еще. Да. Да, грибы пошли. Нужно говорить. Здесь ведро до внушения, наверное, около двух. Да здесь сейчас немножко продовольственная программа будет выполнена. Ну вот, продовольственная программа 2016 решена. Пару ведер чуть больше хватит. Да только ленивый не наберет нынче. Вон их везде, около машины даже. Маслят. И под машиной где-то видел. Так что вот, ну, а бабки те сложнее, конечно, с красноголовиками. Немного даже рыжие появились после засухи этой. Вот как-то так. Ну вот, на следующий день тут на этом месте красотульки подросли красотульки, больше стали. Вот они какие хорошенькие. Ну тут же масленок, конечно,
Как без них нынче? Вот. Ух ты. Это похоже. Ой-ой-ой. Так, ну и что? Что? Маслятки. Ну где же? Красивые-то грибы. А, вот есть. Есть и хорошенькие грибы. А это что? На этот я наступил, на этого. Бери. Тут этот трактор прошел. Ну, классическое, конечно, нахождение груздя. Такая кучка. Чистенькие такие. Хорошие еще не успели зачервеять. Не успели. Ходишь, смотришь. Ну, вот тоже похоже. Номер. Красавцы. Красавцы, груздочки. Что нравится на плоском вот таком грунте? Они приземистые такие хорошие. Грузди. Бывают вон ковидные в мху. Вот что-то смахивает. Да. Да-да-да-да. Червивый. О, красавчик. Красавец. Где тут еще? Где тут еще? На бугорок похоже. Здесь что ли? Нет. Да кто-то прошел. Дальше.
Ну вот, наверное, старый. Вот и трава еще. Травка-муравка его. О, какой. Ну вот, рядышком. Тоже не очень. Там как раз тут, но это похоже старое. Вот такой красивый. О, какие чистенькие. Красавцы. Ну вот это вот сухие грузди. Этот старенький. Надо вокруг посмотреть куда-то. Да, конечно, староватый. Маслята староватые, а вот сырых груздей много. Их, конечно, отваривать надо. Отваривать. Ну, попробуем. Не бегать никуда. Эксперимент. Сырыми груздями. Вот такие вот мохнатенькие, но горькие. Поэтому их по-любому отваривать надо. А маслята ведь старое дело, в принципе. Это все сырые грузди. Вот их тут. Сейчас ведро нарежу, чтобы время не терять. Вот такие красотки маленькие. Год какой-то ненормальный, нынче выдался. Рыжики уже есть.
срежу. Потом соберу. Да, тут же красноголовники, тут же рыжики. И там вот еще ямка есть, метров 10. Ну, ведро будет, наверное. Пройти не дают. Были бы все большие, может, брать бы не стал. Но такие маленькие грибочки, конечно. Рядом с рыжиками растут и грузди сырые. Куваем рядом. Да, старый, наверное. Ой. Волнушки не нужно. Тут же рядышком. И другие грибы. Да. Есть, конечно, переростки вон. Рядом вообще-то молоденькие. Ладно. Проверим. Найти бы кирку везде. Рановато. Помоложе, поменьше. Так, ну, не будем. Эх, красотульки, красотульки, мохнатки. Ну вот, тут же и рыжики. Красавец. Ну вот, задача выполнена. Ведерко набрано. Так, эти уже брать не будем. Не будем. Тут можно косить их и косить. Вот этот тут еще молоденький возьмем. И все. Поеду проверю место, где красноголовики были.
рыбную охоту я закончил. Ведро сырых груздей, ведро рыжиков и 5 литров маслят.